все в нашем проекте. Вячеслав Разбегаев и кто? Мы сейчас узнаем. Раз, два, три, четыре, на две ноги. Бам! Это большое счастье, большая удача была в том, что этот проект состоялся, и в том, что мы принимали в нем участие. Не пошли. Я только выучил это, сейчас опять год буду переучиваться, забуду. Вам все это просто вот тут лезть, вот этими... Я бы еще хотел сказать, конечно, про свою партнершу. Я тебе скажу, Анна такой тяжелый человек, особенно когда похуже. Она больше, конечно, солировала. Я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Слава богу, больше отвлекала на себя внимание в то время, как я пытался передвигаться по льду. Очень много научились судьи. Большое им спасибо за то, что они нас так вот держали в ежовых рукавицах и правильно делали. Стыд-то какой! Позорище! Вот этот момент, когда ты не то что должен сдержать свои эмоции, а ты просто их контролируешь. Это здорово. Этому меня научили, научил проект. Вот это единственное оправдание, чуть было не сказал, беспредела, этих оценок. У нас вроде бы как бы были соревнования, а в то же время атмосфера была настолько дружественная, что как бы особо переживать относительно своих неудач было как-то глупо и бессмысленно на таком прекрасном положительном фоне. Если что не так, да, все знают, кого обвинять. Да. Все это хорошо, проект, шоу, но я знаю точно, что... И мне обидно больше всего за то, что моя партнерша, мне кажется, была достойна больше на этом проекте. Видимо, я чего-то такое не сделал, чтобы помочь ей продлить это удовольствие. И вот это вот удовольствие, подарить Аньке вот этот вот праздник, я, к сожалению, не смог до конца. Мне от этого очень обидно и жалко. Встречайте, Елена Бережная, Вячеслав Разбегаев. Помните, как интересно смотрелся Вячеслав с Анной Семенович, а Елена с Александром Носиком? И вот очередной сюрприз. Елена Бережная с Вячеславом Разбегаевым. Что ж ты я не зумел, заберитесь от часну, все ясно. Зі мною тепер і назавжди, пізно не йти від мене. Ра-ра-па-ро-ді-ван-дай, я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Хто ти є, ти взяла моє життя? Чуть хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є, ким би не була ти? Обидная ошибка в конце программы. Елена Бережная и Вячеслав Разбегаев. Ну, вы знаете, в целом программа хорошая. На высокой скорости откатали фигуристы. Были интересные шаги, интересные перестроения. И давайте мы не будем акцентировать внимание на ошибки, на недостатках. Ведь, еще раз подчеркну, пары в их нынешнем составе, вот так, как мы их видим сегодня, существуют всего лишь неделю. И тем не менее добились больших успехов, ребята, за неделю. Вот так здорово все катаются. Ну, бывают небольшие где-то помарки, ничего страшного.